Более 80% дагестанцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров. Всего на территории Дагестана открыто 1915 участков для голосования. Из них на 106 участках проголосовали досрочно. Сегодня на территории республики были открыты 1808 участков. Порядок и форма голосования оказались для граждан очень удобными. Каждый мог выбрать, когда и где ему проголосовать, и каким образом отдать свой голос. Дибиров отметил, что в избиркоме Дагестана мониторят все публикации в СМИ и социальных сетях, чтобы быть в курсе любых проблемных вопросов, касающихся процедуры волеизъявления. Сообщений о явных нарушениях, по его словам, не поступало. Особо отмечается, что при голосовании строго соблюдались все санитарные нормы. Средства защиты, которые останутся после этого дня, будут направлены в Министерство образования Дагестана для использования в ходе проведения ЕГЭ. Каких-либо нарушений, которые могли поставить под сомнение процесс голосования или там как-то повлиять на результаты, мы пока не видим. Вместе с тем это не означает, что там все идет идеально. Есть, конечно, там нюансы. И с усталостью связано, и, может быть, там где-то с провокациями связано. Но не хочу сейчас об этом говорить. Но в целом могу сказать, что как бы таких серьезных опасений пока мы не видим. Голосование проходит и в самом южном городе Дагестана. Здесь свой выбор, касающийся поправок в главный документ страны, сделали мэр города, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагомедов, исполняющий обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Николай Чернухин и руководитель Росимущества в Дагестане Абдулпатах Амирханов. Все они прошли на входе в избирательный участок процедуру измерения температуры, затем обработали руки антисептиком и получили индивидуальный пакет с масками, перчатками и одноразовой ручкой. Паспорт членам избирательной комиссии они предъявили бесконтактно, после чего, заполнив бюллетень, опустили его в урну. Такие меры безопасности предприняты в республике на всех участках для голосования. В Дербенте находится 37 из них. Голосуют сегодня и в районах Дагестана. Жители Сергокалинского района принимают активное участие в процессе голосования. Сегодня в основной день в районе создали праздничную обстановку. Входы в избирательные участки украшали российские флаги и шары, звучала музыка. Жители района, у большинства из которых сегодня нерабочий день, пришли на свои участки для голосования. Первыми отдали свой голос работники образования, культуры и госучреждений. Как и во все предыдущие дни, на участках соблюдались меры безопасности – антисептики, разовые маски, перчатки и ручки. Для кизлярских медработников голосование провели прямо на территории больницы. Председатель ТИК города Анна Мркртычева рассказала о том, что медики сами выступили инициаторами проведения голосования в таком формате, и члены участковых комиссий их поддержали. Процедура голосования проходит точно так же, как и на участках. Каждому выдаются средства индивидуальной защиты и соблюдается дистанция. Эта процедура проводится для удобства и комфорта наших участников голосования, чтобы сократить им время, не приходить на участки для голосования, а проголосовать по месту их нахождения, то есть в течение рабочего времени. Конечно, нам устраивает такая форма голосования, потому что мы на рабочем месте и также проголосуем. Мы рады, что так это происходит. Не остались в стороне и общественники республики. Активисты ОНФ в Дагестане приняли участие в голосовании. Кроме того, они помогли соблюсти меры безопасности на избирательных участках. Участники молодежки ОНФ в Дагестане встречают избирателей на входе, измеряют каждому температуру. Если все нормально, выдают средства индивидуальной защиты и напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при голосовании.